Ой, ребятки. Фу. Смотрите, вещей сколько накупил себе. Футболок, штанов две пары. Обновил гардероб, потому что, знаете, оно затаскивается, снашивается. Говорит, куда одеваешь? Куда? Снашиваю. Сегодня поубирал, пришел я. Ну как, поподметал очень хорошо. Потом еще, пока у меня строительный пылесос есть, я высосу все из каждой щелочки повысасываю. Вот это мне надо помыть. Ну, там из щелей надо повысасывать. Я не люблю, когда пыль остается. Это сделаю строительным пылесосом. Отодвигал, все по это самое. Ну, у меня сегодня фронт работы, мне надо прибраться в кухне, в конце концов. Убрать вот это все. То, что, господи, то, что творится на кухне. Видите, тут у меня масса всего. Надо все это... О! О, следы преступления, смотрите. Ой, мерзавец. Девазов. Все вот это надо там помыть. Вымыть вот эти зеркала. Но это сегодня-завтра. Но сегодня хочу протереть хотя бы хорошо пол, чтобы Тома смог ходить и плохо его не было. И здесь вот хочу вот это вынести на балкон. Если обратили внимание, я выбросил все картонки, оставил только вот от кресла такие, чтобы мебель будут собирать, чтобы не попортили ламинат. А все остальное я вынес. Все целлофанки, все вынес на мусорку, все вытащил, все, что в подъезде стояло сегодня, повыносил. Ребята, стена мне нравится, что она вытирается влажной тряпкой. Ты ее влажной тряпкой трешь, и ничего не делается. То есть влажную тряпочку такую вот я мочу, вот, и протираю, потому что пыль может садиться, знаете, подметаешь туда-сюда. Вот такой вытираю и все. Так что вот такие дела, ребятки. Убирался сегодня. Еще я сегодня хочу приготовить один рецепт. Эта женщина мне дала, зрительница в Мечниково, дала мне рецепт мяса, как готовить. Очень-очень вкусный, оригинальный рецепт. Я хочу вам приготовить и показать. Может быть, кому-то понадобится, потому что в скорости я уже полностью буду отказываться от мяса. Но для вас я это сделаю. И именно для вас. Не для себя, конечно же. Самые истины буду. Я еще та урла. Ой, фу. Ребятки, поубирала тут все с подоконника, то, что было лишнее. Остались только вот эти вот, у меня жалюзи, их надо повесить. Потом все это помыть. Все лишнее строительное вынес на балкон покаместь. Вот. Дальше что я делаю? Все убрал вот здесь в ванной лишнее. Сейчас я все вот это повытаскиваю. Ой, как, скорый поезд. Как же делать? Что делаешь, в холодильник не гудел? Я даже не знаю. Можешь вот так работать? Видите? Так тихо. Ага, значит, надо поднять с той стороны. Ты я так оттягиваю вот сюда. Видите? Вот, допустим. Это, в общем, убрал все, что лишнее строительное, вынес на балкон. Вот, все остальное я сейчас зарезу туда. Ну, первым делом хочу вымыть вот эту комнату. Это, кстати, Колина ведерко. Да. От рыбалки. Что было. Вот это все сейчас я буду мыть. Первым делом мне надо вычистить ванну, чтобы у меня кот мог зайти в туалет. Вот, это первым делом. Потом пойдет дело до кухни. А потом уже я все подмел здесь. У меня все чистенько, красиво. Ребятки, вымыло тут ванной. Но еще не все, тут еще не мыл. То есть часть все там под низом. Все вот эти жидкие средства собрал. Раз это самое. Хочу вам показать мой вентилятор. Это я что-то он стал гудеть, я разобрал. Там, видите, тоже потолок у меня был повыше. Смотрите, какой кошмар. Вообще. Я его сейчас беру вот этой штучкой. Вот так вот буду чистить. То есть вот это все внутри. Вычищу и покажу, какой он стал. Это просто ужасно. Это пыль. Вот ужас. Ужас. Ой-ой-ой, в кофемолке.
Через сито. Теперь надо всунуть ее обратно. Так. Ой, я прям... Кошмар. Так, все. Ставил ее в дырку. Там такой, как, знаете, как туннельчик, который вставляется, такая штука, переход идет, и туда вставляется это. Что-то она стала репеть просто, поэтому я обратил на нее внимание. Я включаю, но, ой, руки вообще, смотрите, пыли сколько. Это все с вентиляции. Она как-то тарахтит, а сейчас проверим. О, сейчас хорошо. То есть нет такого тарахтения, как было. Просто работает вентилятор. Так было. Сейчас я ее закрою. Закрывается она такой штукой. Достал окно. Так. И она должна попасть туда, в эту штуку. Сделаю, потом покажу. Она должна попасть туда внутрь. Ребятки, смотрите, как вымыл. Фу, замученный. Вот это осталось еще помыть от ёршика, от ванны. В общем, все стены, все это кислотой, вот этой мирой вымыл. Вот так вот. Все. Все там поскладывал. Там шампуни поскладывал. Ну то еще надо мне в этих разбираться, в этих штуках, повыбирать, что мне надо, что не надо, что надо выкинуть, что не надо оставить. Фух, так что такие дела. Вот чистенько. Осталось двери и все. Перебрався Томас домой. Вже зайчик тут кушає, п'є. Да? Ти дома. Я помив тут пол, вимив. Ногті, гляньте, ребята, прямо аж повилазили. От того, що мив, скільки ногті прям повилазили в різні сторони. Як у цаплі. А, от забив помити от це. По верхатурі все полазив. От тут все у мене вичистило. Вот тут чисто, это все там, тут где-то красочка, где-то что-то, все вот это сверху холодильник, все это помыв. Фу, осталось вот это, следы преступления. Коля мне принес тут какую-то еду, итальянскую. Смотрите, как я вымыл это, я, кстати, помыл зеркало. Вот этим вот верт и вот этой бумажкой беленькой. А, оно быстро, прям 2 минутки, и вымыв. Смотрите, как чисто. Зайчик бегает довольный. Тут Коля мне принес вот такие штуки. Это мама прислала. Спасибо огромное. Это тунец, я так понимаю. Ого, сколько тунца. Ой, это прошутто. Ой, боже, я же на диете. Это вкусно. Но тут хлебцы вот эти обалденные, вкусные. Кто в Италии живет, пан Сатиле. Череалес ю семилас. Вот. И тут тоже тунец. Вот такие вот банки тунца. Спасибо огромное. Куда ты хамон жрешь уже? Чудовище лохнешка? Тебе нельзя. Не-не-не. Дастишь фантастишь, не надо. И вот такие вот подушки мне выслала Колина мама Света. Спасибо огромное. Правда, у меня старые такие наволочки. В общем, вот такие вот. Поубирал все, ребята. Вот тут поразбирал, пособирал.
Вот тут вот поубирал, конечно, все, я пианино сюда принес. Надо пол мыть, потому что тут вымытый у меня пол, а тут только подметенный в коридоре. Тут чистенький, тут можно ходить спокойно. Понимаете? А там нет. Здравствуйте. Приветик. Привет. Срака Новый год. Холодно у меня тоже сегодня. Ну, мене жарко, чесно, мене обогрівати. Холодно, я не співаю замітати. А що таке? То один, то втора. Ну, як то заносить? Я розбула ще там. З коридора тягнете. А. Ну, я сюди не зайшла. Ти ж бачите, як не ну, так, а ти тягнеш отут. Ну, аж шмотки летять. Я там поміж, освітлюсь там москва. Освітлюсь, тут холодно. Я поубирав, ти хоч бачиш чи не бачиш? Я ж дивлюся, ну чого ж, здравствуйте. Подивись сюди. Сліпа, чи що, і на кухні хорошо, і тут кухня, я бачу, що теж все одно порядок. А тут взагалі було бардак страшний. Звісно, хорошо, вже його лоток на місці. Я, ну, вже пісень болить від цього, від цього кислоти, від цієї. Ти. Кажу, як він осваюється. Ну бачиш, осваюється, що йому? Да. А, він... а тепер туди буде поїхати. Та прям там. А тепер до мене, звісно, подивись, де стоїть. Сильно йому туди треба, він просто нюхає. А що нюхать? Це його, він давно знає, що це його. Томас, тікає сюди. Я не наступала не на порог, нічого. Я акуратно зайшла, бросила і все. Чистому. Ой. Мусора страшно було, звісно. Звісно, страшно. Тут було. Ну, вже печку протер. А те, що старе, в мене який-то хліб, я не знаю. Все зверху убрав. Тільки от це осталось. Тут вообще в тебе тепленько якось на кухні. Ну тут же батарея підключена, там нет. Ой, тому зайшла тепленько, кажу, так? А водичку це вже давно не міняв, да, сина? Ну, нічого страшного. А? Нічого страшного, Ігор, він полгода не міняв воду, да? Нічого. Ні, ну коли поміняєш, вона світліша, красива. Ну, Ігор, він полгода не міняє, ну, нормально. Ну, вмирає. Да. Понятно, понятно. Рибки. Тут тепленько, хорошо. От це тоді хазяйська, тоді заберу, то я ваш виноград поклала все туди. Тікай, от мусор буду викидувати. До батареєчки, хоч підійду я до Марсу. О, дош. Тепленька. А мене та навіть не хоче бути. Ну, вона не дуже гаряча, трошки. А та взагалі не хоче бути теплий. Годна така, я одні парі горчичного світу, мозки в тебе сухі, друга пара на батарейки. Ти чи оцей заразний чопік, і от набираєш воду, воно капає. Капає, а потім здувається отут ламінат. А чого воно капає? А я чорт його знаю, що воно капає. Може неправильно закручено? Та, ну не закручується. Так. Воно так. А воно не закручується, воно ставиться, яка різниця? Ну, я зрозумів. Воно ставиться. Ну, може так не. Ну, так і що? Накачуєш воду, потім остаток іще капає потім. Якщо йде, то на ламінат капає. Ну, да. А потім так здувається. Тут мені ну, да. Чаї пили, все пили, поки не поздувався ламінат. А я знаю, що балка я ділаю. Я, коли качаю, стараюся, щоб воно лучше не добігло на чашечку. Я не то, що переливаю. Коли ти набираєш в чашку воду, вона стекла, потім ти убираєш, вона не тече, а потім іще тече. Причому тут то, що я переливаю. Ну, не так у мене. Ну, в тебе не так, я бачив. Да. А в мене так. Все, я так устав ужасно. Все, це поки вимиєш, поки витягнеш, поки викинеш, чокнутися можна. Отут я заділив губкою спеціальною. Эти ничего не видно, я сделал, там зашпаклевал. Ну тут просто была от кондиционера дырочка там. Я заделал, покрасил. Стена вытирается влажной тряпкой, никаких следов не остается. Кисрегаты. Шо-шо? Ой, такая чистота, знаете, я прям хожу, аж душа радуется, что ой, и там чистенько, смотрите. И тут чистенький унитаз, помывика, ту есть место, все нормально, слава богу.
сюда бы угодно могли прийти. Они ж хороші. Хто? За вот эти. Чи ти забувся сюди поводити? Чого викинути? Лежать мене банани. Ну там грязна посуда, я взяла це, сполоснула. А вот це заберу. Виноград до винограда поклала. Вот це положиш, хай підсохне. Положиш собі. Мама, вже 12 ночі. Давай вже 3 минути першого. Діабетикам пора спати. Я зараз уходю. Діабетикам пора вже спати. Пора. Мама, проходь, проходь, боюсь. Не надо мені, боюсь. Не надо, не маши. Ти машиш уже за стіни прямо. Ну куди вона? Машиш і за стіни будеш цеплятися. І ти вже бачу, що та машиш, єлі пролазиш. Нічого я не держусь. Господі помілуй. Мама, 12 часов. Я встав в 7 утра. Я пішла. І мій совість. Ти вихіришся цілий день, а мені треба спати. Я устаю, як собака. Собачка. То по больницям, то по магазинам, то уборку ділаю. Мама, давай, вперед, спать, чесно. Не роздражай мене. Успокойся, я ну, чесно, мама, хвате. 5 минут. Та ти на 5 минут постоянно, тільки сраці вона лізе, двері не закрив. Я не собираюсь. Сижу на унітазі. Он подивися, він до мене вже зібрався, а ти кажеш ні. Іди, хай йде. Ну хай. Хай йде, відкривай, ну, побачу, піде чи не піде. Він мене ночі буде дожирати, а в тебе вся їда, зараз. Попереносили, все, до свидання. Спокійної ночі. Спокійної ночі. Я тільки зайшла, не собираюсь, будь, іди. Час ночі, 12 ночі. Тільки зайшла. Офігеть. Ну, конечно, тільки зайшла. Заходить до 9 вечора. До 9 вечора. До 9 вечора треба ходити діабетику. Тільки зайшла. Я ніхіра не успіваю. Завтра договорився на 9:30 повезти маму к косметологу. Щоб мамі зробили трошки лицо. Почистили маски, то она давно-давно не была, ну не знаю, вообще была она когда-нибудь у косметолога, нет. Но я думаю, что ей будет интересно полежать, расслабиться, чтобы там лицо почистили. Немножко себя почувствовала человеком, это такая. Надо возить ее хоть раз в месяц к косметологу, хай чистит лицо. Не знаю, колоть мені от ці ліполітики, чи що, чи не колоть, чи ще наколю собі щось. Ну, вроді ендокринолог сказала, що можна, а говорить, нічого не буде. Я сьогодні вже 79 кілограм. Вже навіть нема лишнього. 79, ну, навіть скоро 78 вже буде. Тобто худею. Не, на нервах теж сьогодні цілий день, то в больниці, то туди, то сюди. Бігали з тим КТ, ой, це взагалі така нервотрепка. Ужас. То біопсії взяли в колі там з лімфоузлом. Поки ждеш от цих результатів, то, ребята, то це не переживає, то не знає. Дверь косо стоит, моя балконная. Вставший. Зайчик спить. Надо бриться, мыться завтра к косметологу. Я хочу завтра пойти тоже чистку сделать еще одну. Вот что это такое? Вот что это у меня там колонка или что это? Что это шаруды? Вчера утром. Вот что оно? Чи що воно, я не можу зрозуміти, що воно таке. Чорті що. Зайчик, що таке? Хто в нас ходить по квартирі? Нетервільське привидіння? А чого ти кусаєшся, а? Я старався, ремонт робив, щоб ти прийшов жив тут. Чистоті. А ти тепер мене кусаєш? Змеёныш.
Кувелдик. Играй. З котом живу. Видите, які морщини. От це в мене солнышко називається. От это вот. Мені подобаються от ці морщини. Це добрих людей такі морщини. Не сміються. От видите, у них от такі от морщинки делаются. Як лучики сонця. Якщо б не було ге-ге, смієшся, у тебе нічого нема. Ге-ге-ге-ге. Ужасно. Так у тебе раз, і отакі морщинки красиві. Ну, вони добрі, от ці морщинки. У людей мені подобаються от ці морщинки. Все, вже морщини. Куча морщин. Ну, що делать? Лапа, здорово, здорово. Бігемо тихо. Все, ребята, пока. Буду ложиться спать, бриться надо ще. Ой, кошмар.